Для поступления на некоторые направления и специальности ТГУ необходимо пройти дополнительные творческие или профессиональные испытания. Приведу несколько примеров. Тем, кто поступает на факультет физической культуры, необходимо обязательно пройти следующие испытания. Это бег на 100 метров и 1,5 километра. Также абитуриент должен выбрать два дополнительных испытания – прыжок в длину с места или разбега, а также метание мяча либо толкание ядра. Максимальная сумма баллов за все испытания – 100. Минимальный положительный балл – 60. Испытания проводит специальная комиссия. В нее входят преподаватели факультета физической культуры. На факультете журналистики абитуриент проходит творческое испытание из двух этапов. Первый – это письменная работа. Необходимо написать текст в одном из жанров – репортаж, рецензия, статья и так далее. Темы раздаются на месте. На написание работы выделяют 4 академических часа, то есть 180 минут. При этом пользоваться печатными и электронными источниками запрещается. Объем текста не ограничен. Второй этап – это собеседование. Оно проводится в свободной форме. Комиссия оценивает способности формулировать и аргументировать свою точку зрения, быстро реагировать на вопросы, а также творчески мыслить. По желанию, абитуриент может предоставить творческое портфолио, то есть журналистские публикации, дипломы и сертификаты о профильном обучении и участии в конкурсах, рекомендации от редакций, фото- и видеоматериалы, а также дизайнерские работы. Максимальное количество баллов за письменную работу – 70, а за собеседование – 30. Институт искусств и культуры проводит творческое испытание для поступления на несколько направлений. Это графика, дизайн и педагогическое образование, профиль подготовки изобразительное искусство. Абитуриенты сдают один комплексный экзамен из трех этапов – рисунок, живопись и композиция. Подробно о том, как оценивается экзамен, вы можете узнать на сайте Института искусств и культуры в разделе «Абитуриенту». Там же вы можете ознакомиться с полным перечнем творческих и профессиональных экзаменов на остальные направления, такие как музыкально-театральное искусство, художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором и так далее. Творческие испытания также проводятся на филологическом факультете ТГУ по направлению «Литературное творчество», и они проходят в три этапа – предварительный, заочный и два очных. На заочном этапе абитуриенты представляют оригинальные авторские работы по направлениям на выбор – поэзия, проза, литературная критика, драматургия и другие. Личное присутствие тут не требуется. На втором этапе, который называется «Творческий этюд», абитуриент пишет письменную импровизацию на заданную тему. Испытание проходит в аудитории университета в течение 4 часов. И третий этап, который тоже очный, это творческое собеседование. Комиссия оценивает ваш общий культурный уровень, владение устной речью и знание современной литературы.